Британский суд разрешил 10-летней еврейской девочке креститься, несмотря на то, что мать и бабушка с дедушкой были против. Родители ребенка находятся в разводе. Оба сохранили право опеки. Мать хотела через суд запретить крещение дочери. Однако судья постановил, ребенок сам должен решать, хочет ли он стать христианином. В обращении к девочке судья подчеркнул, что она может немедленно приступить к овладению основами христианской веры для принятия крещения или креститься сразу, если священник сочтет, что она уже к этому готова. И пояснил, это не значит, что ребенок теряет свои еврейские корни. Отец девочки в своих показаниях отметил, что семья никогда не жила в строгом соответствии с иудейскими законами. Дочь сама спросила о возможности крещения.